Ну нахуй вы мне такие тангенсы-хуянгенсы сделали, ёбаная травма, и так проблема с тригонометрией, а тут вы, ну пиздец в натуре, меня аж прихуёвило, как вас обоих увидел, как будто выебали в жопу, пиздец, ёбаный в рот! Раунд. Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и это самый зожный мод к бесконечному лету на свете, пиворон по два, погнали! Дед ушел. Надо бы сгонять в этот Санкт-Петербургер, а то все оттуда что-то в нашей деревне забыли. Да. Дед зашел в тоннель. И в этот момент следом за дедом в тоннель заехал поезд. Пизда деду. Да. Пошли за Недаем. Пошли. Блять, всем похуй на деда, блядь. Ничего необычного же не случилось, вы чё? Вдруг кто-то взял Наягу за плечо. Не ожидал, да, думал, я тебя не узнаю. Наяга повернулся и увидел деда. Пизда тебе, я тебя сразу узнал, но не сделал вида, тупой Наяга. Как ты узнал мое имя, и при чем тут я? У тебя на футболке написано «Дебил». Сразу видно, твой проект. Ха! Дед выстрелил солью в колено Наяге. Ай, блядь, больно! Наген стоял и не понимал, какого хуя? Дед, его тут не было, это я был тогда там в лесу. Дед смотрел на Нагенса непонимающим взглядом. Бля, точно, ёбаный в рот, а патроны-то, сука, закончились. Прости, Наяга, я не хотел, надеюсь, твоя тёлка тебя подлечит. Откуда ты знаешь про тёлку? Дед подмигнул и снова прыгнул на рельсы. Недай подошел сзади и крикнул. Наяга против! Хули ты орешь, у меня нога прострелена, смотри! Ну, солью, конечно, нога прострелена не будет, но, блядь, будет однозначно пиздец больно. Так это соль заживет, не ссы! Бля, мне больно, помоги! Ты мужик? Да. Тогда пошли проводить дольше рейд! Да! Бля, сегодня же брат должен был приехать, ёбана. Наяга и Недай вопросительно посмотрели на Нагетса. Какой еще брат? Да, какой брат? Ты ничего про брата не рассказывал. Чё-то резкий поворот сюжета, тебе не кажется? Да мне он смс-ку сейчас написал, спрашивает, хули меня дома нет. Стоп. Ты хули хату разносишь, пёс по... Нагенс, ты ебанулся? Это кто вообще такой, а? В Хинату полетела ваза. Я друг твой! Кент, ты мудак совсем! Я тебя вообще не знаю, а ты кто такой? Какой нахуй друг Ара? Бля, Нагенс, ты чего обиделся? И что, я тебя из-за тёлки выгнал, да? Я не хотел, друг. Тэнан на века, брат. Это же мой шанс. Ты совсем ебанулся? Бля, там же Хината, сукиня. Пиздец. Охуеть. Ебать. Он же Тэнанчик, пошли его спасать. Тогда быстрее садимся на поезд, доедем. Я на Жаке доеду, встретимся там. Что нахуй происходит? Дверь в квартиру парней была открыта, и оттуда доносились крики Хинаты. Ай, больно, отпусти! Я же не знал, что тебя так зацепит, мой вопрос! Да я не красился, блять, я такое от рождения! Наген с остальными зашел внутрь. И увидел двух парней, где один лежал сверху Хинаты и держал того в болевом захвате. Сукиня забилась в угол и смотрела на этот пиздец.
Чё? Сука, да помоги, не дай, Наггинс, Нага! Так, стоп, а чё вас двое, бля, двойные пидоры? Катангенс? Тангенс? Парень, наконец, отпустил Хинату и повернулся к остальным лицом. Бля! Господи, это еще и хач! Ты говорил, что это твоя хата. Какого хуя здесь какой-то хуй и какая-то тёлка? Стоп! О-о-о! Тёлка! Отошёл! Я нихуя не понимаю, почему здесь два Наггинса! Пизда! Ну, ребята, это мой брат Катангенс, знакомьтесь. Жи есть, брат! Слышь, а ты за пидора ответь? Бля! Опять! Катангенс схватил Хинату в удушающий захват. Помочь Цукине. Наггинс подошел к Цукине. Цукине, ты в порядке? Он подал ей руку чисто как джентльмен. Наггинс, сука, ты чё, бля, моя чёлка? Фу, руку убери. Цукине поднялась самостоятельно. Ладно, Хинату, я прощу тебя, что ты меня... Прощу тебя, что ты меня выгнал, и помогу тебе. Брат. Наггинс потряс Катангенса за плечо, и тот его отпустил. Не обижай его, он и так жизненно обиженный. А чё это он пи... А он чё, этот пидор, да? Угу. Я не пидор! Лучше подыграй, иначе будет опять... Будешь опять получать пиздов. Он Зош и пиво-хейтер. Зош! Да! Да-да, я пидор. Извини, больше так, такого не, по- не повторится. Вах, красава! Катангенс под... поднялся и подошел к Наггинсу. Рад тебя видеть, Джан Тангенс! Катангенс крепко обнял Наггинса, и его ребра захрустели. Да, да, я тебя тоже, ай, бля! Катангенс отпустил его. И а вы кто, слышите? А, бля, так вот почему я Тангенс? Меня зовут Хи. Да-да, пидор Джан, я запомнил тебя, брат. Фуу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 уu Я Цукини, если чё. Такие вы все хили, кроме этого хен... Хендая Оса. Я не дай, бля. Да-да, Хендай, брат. Не дай. Хентай, ладно, извини. Бля. Да вот, говорю, хили вы все. Надо вам в качалку. А вот этой тёлке не надо, она так краусавица. Извини. И чё, глюхая, бля? Краусавица, говорю. Цукини взглянула на парней и решила спрятаться за Хендаем. Хендаем, бля. Хули, хули ты за него спряталась, почему не за мной? Резко открылась дверь, и внутрь квартиры зашли Авара и Киригири. Хули шумим. Слышьте, у меня перфоратор у соседей не слышно из-за ваших оров. Как я спать буду? О, девочки-красавицы, как зовут? Ебёт. Нага упал на пол от крика Авара. Нага, ты как, в порядке? Что с тобой? Она подбежала к нему. Чё с твоей ногой? Ох, меня пострелили на вокзале. Бедный, пошли подлечу тебя. Нага подмигнул парням. Учитесь, пацаны. Слышь, я вчера такое мутил, охуел! Чего?
Да, Анлок, его вчера подстрелили с Альёй, я его лечила. О, хуеть. Вставай, пошли. Они ушли. Ого, кекс. Ну чисто респект, пацану красавчик, такую бабу подцепил, езжи. А чё за надпись на футболке у него была, ауса? Да это короче, обожаю, ой, ЗОЖ. Наш ЗОЖ проект, Н значит не дай, и эго значит на эго. Да они, блин, до людей на улке доебывались, чтобы они бросили сиги и не пили в общих местах. Вот то, что мы у тебя в Санкт-Петербурге делаем, езжи, я с вами. В натуре, ЗОЖ. ЗОЖ, езжи, дай пять, братка. Бросаем пить, курить, ебаться, начинаем спортом заниматься. Нида и Катангенс обменялись пятюнями. Го, дожмемся, кто больше езжи. Давай, ёбана, погнали нахуй. Нида и Катангенс начали играть в лесенку на отжимания. Хината посмотрел на Нагенса, и они оба пожали плечами. 1002. Так, Тангенс, а ты чё? А ты очень нихуя не делаешь. Слышь, езжи, ну-ка пошёл. Опять, бля, пиздец. 100009. Всё, бля, я на тренировку пошёл. Езжи, до завтра, брат. Тангенс поцеловал Нагенса в щеку по-братски. Взял сумку у входа и вышел из квартиры. Недай продолжал орать и отжиматься. Шахо! Дай мне сил! Ты долбоеб, ты уже выиграл, пошли домой! Го! Они собрались и вышли из хаты домой. Ну, как тебе, мой брат? Ну, чё тут сказать? Пиздец! Пиздец. А ты хули тут забыла? Я обиделся. Хината вышел из квартиры. Чего? Хината, ты долбоёб, это твоя хата! Нагенс побежал за ним. Суки, я прыгнула в окно! Нагенс поймал на лестничной площадке Хинату. Ну нахуй вы мне такие тангенсы, хуянгенсы сделали, ёбаная травма, и так проблема с тригонометрией, а тут вы, ну пиздец в натуре, меня аж прихуёвило, как вас обоих увидел, как будто выебали в жопу, пиздец, ёбаный в рот! Раунд. Нихуя, Хината, я не знал, что ты умеешь строить такие длинные предложения. Я не даю, пойду, бля, у него там безопасность, шахаявара! Хината, стой! Но он ничего не успел сделать, как... Хината спустился на этаж ниже и зашел в их квартиру. Благо, дверь была открыта. Из комнаты доносились голоса Нидая и Авара, а также шум машины. Ты когда ее уже вынесешь отсюда, все в газу? Я должен ее починить! На улице и плохо, и одиноко. Хината заглянул в комнату и увидел за окном балкона Нидая и Авара, а также его машину. На балконе. Чё? Чё зыришь? Да, чё зыришь, чё пришёл? Как ты её туда запихнул? Не знаю. Ладно, ребят, можно я у вас переночую? Там Катангенс ёбаный, я его боюсь. Да он ровный тип, Хината, брат, ты чё, ну-ка отжиматься быстро! Хината посмотрел на Нидая, как на ебанутого. Ну его нахуй, пойду лучше к Киригири и на Эге. Машина загудела. Шоха живая! Она живая! Бля, пиздец, тут неудобно. Я на парковку. Машина улетела. Бля, опять на платную, тупая, ёбана в рот. Нидай рванулся к выходу и снесся входную дверь с петель. Долбоёб.
Инато развел руками и вышел вслед. Он подошел к двери квартиры номер 89. Хинато открыл дверь и зашел в квартиру. Да, у них культурненько, блять, бабло все делает. Хинато? Она сидела рядом с Наэгой на диване и перебинтовывала его ногу. Хинато? Он был явно недоволен. Пацаны, я не могу, извините, у меня, конечно, там, но там эти... тангенсы, я в ахуе, я просто пиздец боюсь там спать, можно я к вам? Можно. Киригири. Та грозно на него взглянула. Да. О, кудахтер. Хинато увидел комп и залез в него. Наэго и Киригири продолжали сидеть на диване и лечить ногу парня. Такс, чё тут у нас в истории браузера? Смешные приколы 2018. Что такое рип скачаем? Что такое мемы? Бля, между прочим, а чё такое рип скачаем? Что такое кек? Дратуйте Google, кек, как уломать тёлку на трахен? Что такое кекс? Видеотренды. Что такое лев против? Как создать свою организацию? Топ гир, когда следующий сезон? Как продать колеса? Как заводить шаху с толчка одному? Как поставить пароль на интернет? Мой парень тупой, как исправить? Лекарство от соли. Что такое соли спайса? Что такое катангенс? А, кто такой катангенс? Катангенс размер. Долбоёбы, блять. И чё, где у вас можно поспать? У меня в комнате. Да. Вот это, блять, пиздец подкаблучник. Спасибо, ребята, вы самые лучшие. Наэго, поспишь в гостиной, ладно? Посижу за компом, а ерок! Тян не нужны, бич, рок! Она наклонилась к Хинате и спросила. Надеюсь, у тебя с собой? Чего? Долбоёб пизда! Киригири ушла в комнату. Бля, у тебя комп классный, чисто геймерский. Наэго сел за комп. На разъебанную табуретку и принялся серфить в интернетике. В такой квартире разъебанная табуретка. Ну пускай. Ты дебил, ты не можешь играть в игры. Чего? В кого? Слышал о игре Пиворонпа. Ты мудак, мы в ней. Бля, четвертая стена сломал, мудак! Наэго сел за комп на разъебанную табуретку и принялся серфить в интернетике. Ой. Во что? Ну давай. Хинато принялся искать Flash Games. Вот здесь, давай, короче, тут можно пить пиво. Фу, пиво, ну его нахуй. Наэго толкнул Хинато, взял табуретку и разбил монитор. Ненавижу пиво, говно, сука! Бля! Пошел нахуй, пидор, иди нахуй спать! Скиригири! Наэго, ты норм? Отойди от меня! Наэго выбежал из квартиры. Хинато почесал репу и пошел к Киригири. Что случилось? Не знаю, Наэго пошел за пивом, я его попросил. А, ладно, будем кексы. Не, я спать хочу. Не поняла. Пошла. Нахуй! Уважаю. Конец главы. Ребят. Минус желания. Утро 7:46. Хинато в полудреме шелохнулся в кровати. Он почувствовал теплоту лежащего рядом тела, которое его обнимало.
А волосы этого человека настырно лезли в нос Пиворонповскому. Цецкий Киригири. Хинато улыбнулся, неспосланный с небес женской благодати. Он слегка открыл глаза и наткнулся на Нагенса. Бля, почему я опять в этой квартире? А почему он опять в этой квартире, мы узнаем уже в следующий раз. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.